Так, вопрос от Елены. Какие камни подойдут подростку, мальчику от обидчивости, неуверенности в себе? Это персональный, вообще-то, такая индивидуальная штука. Это вопрос индивидуальной консультации. Надо мне видеть мальчика. Одному мальчику от обидчивости подойдут эти камни, другому мальчику от обидчивости подойдут эти камни, третьему мальчику от обидчивости и неуверенности в себе подойдут там следующие камни. У мальчика проблема. Проблема с папой, проблема с мужскими простройками, проблема со стержнем, с стержневыми, корневыми простройками, твердо стоять на ногах. Если у папы этого нет, он мальчику не дал. Соответственно, у мальчика вот, неуверенность в себе. С какого перепугу у мальчика неуверенность в себе? Значит, это наследуемые программные мужские такие, когда говорят, там у него там стержень, там, ну, про мужчин говорят. Это чисто, это даже не про брутальность. Хотя часть есть этого. Это внутренний стержень, внутренние такие родовые, можно сказать, такие простройки. Значит, мужчины этого рода, где он был, они не несли вот таких вот мужских, ну, ярких таких вот и проявленных стержневых и корневых структур таких. Мужские программы. Мальчику нужно пойти там в какую-нибудь кузню паковать металл. Что я еще могу сказать? Мальчику нужно ходить с другими мужчинами там, в баню, мужской круг. Если мальчик все время находится в женском окружении, как бы ему не с чего, ниоткуда брать вот эти вот простройки. Мальчику нужно общаться там, с другими мальчиками, там, пойти в какую-нибудь спортивную секцию. Как бы проявлять себя по-мужски надо, мальчик. Обидчивость, это, наверное, вообще детская. Это даже не подростковая. Ну, либидолит для уравновешивания эмоционального состояния, безусловно, хорошо поможет. И соколиный глаз, как коберик, придающий отвагу. Это все тоже, конечно, поможет, но ему надо находить мужскую среду. Ну, мужчины, почему там у них там, если у женщин есть там девичники, они там, девушки между собой собираются в женский круг. У мужчин тоже такое было. И, соответственно, ему надо искать мужской где-то там, возможно, какой-то спорт. Ну, из минералов, так, чтобы не навредить, тот же самый тигровый глаз уверенности придаст, соколиный глаз уверенности в себе придаст, да. Тот же самый бычий глаз, но дозированно очень, потому что у мальчика, видно, еще нет стержня, поэтому вот обидчивость, неуверенность. Все это надо в правом кармане брюк носить мальчику, вот эти вот все камни. Можно тигровое железо подойдет. Гематит нет, не потянет, а вот тигровое железо подойдет. Можно носить красную яшму, находиться на улице, не сидеть дома, не сидеть за компьютером, не втыкать в игры. Как бы. Вот такие вот вещи. Но это общие такие вот вещи и общие пожелания. Вообще надо смотреть мальчика персонально, смотреть даже не его фото, а какой он в кинестетике, смотреть его глаза, чтобы это было персонально. Это чуть-чуть вот, это персональные такие индивидуальные вещи. Да, и солнечный камень для позитивного настроя и сушения воды и обид тоже хорошо. А вообще нужно, чтобы подросток нашел то, что ему нравится. В этом следует ему помочь. И когда он поймет, что ему нравится и будет как бы заниматься увлеченно этим, у него начнут подтягиваться какие-то другие ресурсы. Это всегда распечатывает вот те клады, те психические способности, возможности и состояние, и все остальное. Вот как-то так. Приглашаю вас на обучение политотерапии. Подробности по ссылке под этим видео.